15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие! Как написано в книге пророка Исаии, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И увидит всякая плоть спасение Божие». Что же нам делать? Да, скажи, вы что же делать? Вы по рождению ехидны! Что же нам делать? У кого есть две одежды, отдай одну неимущему. У кого есть пища, делай то же. Учитель, мы сборщики налогов. Что нам делать? Ничего не требуйте более определенного вам. Мы воины, а нам что делать? Не отнимайте деньги силой. Не обижайте никого. Ни на кого не клевещите! Скажи нам, ты ли Христос? Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Дух Святой нисшел на Иисуса в телесном виде, как голубь. И был глас с неба глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».